Летом этого года еще один садик распахнет двери для малышей. В Чебоксарах продолжается реконструкция здания по Эгерскому бульвару, 35, корпус 1. Бывшая детско-юношеская спортивная школа имени Валериана Соколова снова станет учреждением дошкольного образования. В двухэтажном садике расположится 11 групп, 4 из них ясельные. Кроме бассейна в садике предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, спортивные, музыкальные и компьютерные залы. Всего садик рассчитан на 220 детей. Застройщик – городское управление капитального строительства. Стоимость муниципального контракта – 63,5 миллиона. Начало строительства было начато в октябре 2013 года, окончание – июнь 2014 года. На сегодняшний момент, согласно выполненных объемов, общая сумма выполненных объемов составляет порядка 28 миллионов рублей или 45% относительно контракта. На данный момент проведен демонтаж внутренних конструкций, выполнено утепление наружных стен, установлены новые двери и окна, перегородки по новой планировке. Кровля готова на 90%. Ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается система отопления. По графику подрядчик немного отстает, но все же садик обещают сдать летом, подчеркнул начальник ГУКС. В столице Чувашии сейчас ведется строительство двух новых садиков и реконструкция еще одного дошкольного учреждения. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.